Великий огорчитель снова за работой. Офигенный классический круизер. Очень дорогой, очень красивый, очень модный, тяжелый. Смотрите, какое шикарное сиденье. Ручки, к сожалению, не пережили всего этого дела. Итак, приезжает девушка, говорит, мне надо починить подножку. Подножка вот такого типа, интегрирована в раму. Вообще никак не разбирается, никаких резьбовых соединений нет. Там сломался внутри какой-то механизм фиксации. Вытащить это я не могу, починить я это не могу. С этой стороны там какое-то треугольное крепление. В общем, это все не ремонтируется. Единственный выход — это вот поставить недорогую подножку, как обычно впарили втридорого, дешевле, чем в магазине в два раза. Ну, ничего страшного. Значит, что тут плохого-то? А то, что велосипеду 5 лет, оба колеса уже люфтят, есть люфт во втулках. Смотрите, сколько грязьки. То есть надо перебирать. Показываю клиенту разбитые втулки, объясняю, к чему это приведет, если так дальше кататься, если это не обслуживать. Показываю восьмерки на колесах, о том, что колеса, камеры, обода, все это цепляет, а тормозные колодки надо менять. Уже где-то, видимо, меняли, регулировали. Восьмерки очень сильные восьмерки на колесах. Дальше смотрю на цепь, говорю, у вас проскакивает цепь по звездам? Говорит, да, проскакивает. Смотрите, какие зазоры. В общем, надо менять всю трансмиссию, перебирать обе втулки, рулевую перебирать, все настраивать, регулировать, править колеса, настраивать тормоза. Короче, все очень печально. Но клиент, к сожалению, не готов все это тратить. Видите, еще крыло немножко кривое. Не готов он тратить сюда денежки, поэтому, к сожалению, просто мы его сейчас ничего делать не будем. Поставим подножку, и он от нас уедет. Так, велосипед, конечно, очень прикольный, очень красивый, просто шикарнейший.